прошу тебя не приводить Никиту к нам домой. Я его простила. Премьера. Ты не можешь позаботиться о своей семье, о своем будущем ребенке. Когда бесит родня. Пусти, я не пущу тебя. Когда все идет не по плану. Познакомьтесь, это Александр. Он займется вашим домом. Кто поверит ее слезам? Ваш Александр сжег мою дачу. Праздников в твоей жизни уже не было очень давно. Время жениться. Домашний главный женский.